Да, всем привет. Поскольку у нас в Украине нависла угроза ядерной войны либо техногенной катастрофы на Запорожской атомной станции, сейчас многие люди ищут себе дозиметры, но многие не могут себе позволить, потому что в Украине цена на дозиметр начинается от 3000 гривен за БУ. Это же китайский прибор, который пришел мне всего лишь за неделю и 3 дня стоимостью 1600 гривен. Называется он фирма Фнирси, модель GC01. Можете заходить на AliExpress, покупать себе отличный прибор, рекомендую.